Ребят, всем привет! Сегодня буду готовить сомиков по-китайски. Ребят, для этого мне понадобятся сомики, уже почищенные, я их почистил. Перец болгарский, чеснок, шампиньоны, зелень. И еще буду готовить, ребят, ребра. Ну, это, блядь, тоже вкуснятина. Для этого понадобятся ребра барани, картофель молодой. Вот такой, видите? Помидоры, шампиньоны, баклажаны, ну и тоже чеснок. Ребят, сейчас все порежу, приготовлю и включусь. Ребят, блин, вообще забыл про лук. Капец, ладно, немножко я забыл. Ну, лук тут в этом виде самый этот. Сейчас еще лук почищу, ребят. И включить. Уже включил духовку, ребят, на 180 градусов. С обоих сторон, чтобы это духовка нагревать. Сейчас лучок быстренько почищу. И буду резать его тоже. Три головки, ребят. Кто вам говорит, пишет? Ах, расскажите, сколько пропорций, ребят. Делаю все на глаз. Так что делаю для себя. Ребят, вы тоже как хотите, так и просто вот видите, вот такое количество. Я не знаю, как это. Не взвешиваю, ничего не проверяю. Просто делаю на глаз. Все, лук почистил. Беру свой любимый ножик. Сейчас заточу. Ножик готов к раздавливанию. Помидорочки. Ребят, порезался. Режу баклажаны кольцами. Все, ну все, ребят. Порезал шампиньончики. Ах, соль, ребят, поругаю сегодня сильнюшкой. Соль, ребят, крупную берем. Солям. Перчик черный. Чесночок, ребят, пыль чеснока. Вот все, ребят, сейчас перемешаем. Взял такой маленький таз. Ребят, переклал все-таки тарелку, потому что побольше посудину. Потому как кто не мешается, ребят, чуть не забыл сказать. Резина масла немножко. Оп. Все, ребят, перемешиваем. Все, картофель у нас маринуется. Вон я шампиньоны, ребят. Да, ребята, очень любим шампиньоны. Шампиньончики вообще грибы вкусные. Все, грибочки порезал. Лучок резать. Кольца, ребят. Чесночок, ребят, как помельче. Чесночок порезал, ребят. Могу сейчас делать приправку, будем смазывать это. Как ребрышки. Берем парочку ложечек соли. Чесночная пыль. Так, перчик. Черный. Перчик красный, ребят. Насыпаем его. Куркума. Ребят, однышка не любит ее, потому что после нее херово мыть. Как ее положить, ребята? Немножечко это раз. Копчик. Так. Убираем. Ребят, льняное масло. Немножечко. Дальше здесь закрой шкаф. Такс. Такая красота получается. Ну все, будем
Толочь. Что, ребят, самое-то главное, забыл горчицу. Ну и можно, ребят, потом, ну, это уж как горчички добавляем. Все большая. Субстенция получается. Ребят, ну что, готово. Еще, ребят, забыл сказать. Добавил сюда чесночка. Все вот так вот. Раз это. Сейчас будем готовить лягушки наши. Ну, не готовить, подготавливать, в смысле. Промазывать их, перчаточки. Единственное, что от этой еще осталось от друга. Наливать перчаточки. Так, берем лягушку. Ах, брат. Так уж. И обильно промазываем каждый с одной стороны. Даже руками, ребят, лучше. Такой. И так каждое ребро так вот промазываем хорошо. Вот так вот хорошо промазываем. Соусом, да? Все прямо обильно там везде промазываем. А, везде. Вот сейчас все бросаем. Пускай это сейчас лежит какое-то время, пока мы тут подготавливаем гарнирчик. Пускай так маринуется. Мариновка там не обязательно, но тем не менее. Ну что, ребята, пока мы подготавливаем гарнир. Для гарнира нам подается, ребят, масло топленое. Домашнее. Вот такое. Много не надо, потому что у нас ребра, они жирные. Так, раскидываем. Берем картошечку. Картошечками. Тут, я думаю, ребят, без разницы, как вы укладете, это уж как от вас зависит, красота это будет. Не... Просто укладываем. Вот так вот еще помажем, чтобы сразу же не пригорело. Ребята, дальше укладываем. Вот, посуда сегодня будет капец. Подъемочка любит. Посуду до хера. Берем ведерки. Такой как бы, как типа винегрет такой будет, ребят. Но не обязательно там последовательность укладывать их. Вообще, просто кидаем лучок. Тут самое-то, в чем смак, ребят, это будет бараньи ребра капать на это, и будет самое вкуснятина. Вот. Грибочки. Вот так вот. Вот это будет самое вкусное подлива, ребята. Кто любит подливку, ставим плюсики и чесночок. Вот так вот, как бы, казалось бы, ничего такого сложного, но тем не менее, такая красота. Вот, все, вот такой у нас винегретик получился. Красотень, да и только. Сразу духовочку, немножко бося. Опа. Так уж, убираем сюда ее, где-то на вторую. Берем наши ребра. Так, может, духовочку закрыть. Наши на гриле ложим. Ребят, ну что, вот так вот уклал. Открываем духовочку. Ох, блин, ребятушки, немножечко вообще с ребрышками немножко не проугадал. Ничего страшного. Опчик. Ох. Вот так вот, кверху сначала, ребят, наверх поджарим, а потом берем пониже. Ну, я думаю, минут на 55. Через 10 минут мы включимся, вытащим ее и пойдет. Ребят, пока посуду помыл, посмотрим. Просто, смотрите, какая красота, все капает, ребята, жирок. Сейчас еще пониже уберем ее. Так, переставим. И пускай дальше томится. Смотрите, лягушки. Ах, шикардосы. Опачки.
Ну и все, убираем. 40 минут томим. А тем временем будем готовить. Да, все готовится. В общем, самое основное блюдо, ребят, будем готовить сомика по-китайски, ребят. Будем сейчас филировать зубку. От костей отделять будем, ребят. Ох уж это сомик. Ну все, ребят, сейчас сомика разделаем на филешки, ребят, и пласточки, ну как. Сейчас увидите, короче, сейчас, ребят, я все сначала от костей его избавлюсь, ну, чуть-чуть. Все порезал, не стал вас заморачивать, чтобы это все порезал. Так, вот лучок, перчик. Ребят, про соевый соус забыл. По-китайски. И два яйца еще, ребят. Вот. Так, включаем казанок. Разогреваем его. Разогреем. И включимся. Так, что у нас тут получилось, посмотри. Вообще, лёваша, казалось бы, было много, да? Смотрите, как шикарно, да? Все, ребят, готово. Прошло ровно 50 минут. Ох, все, сейчас отключаем. Так, все. Налям. И начинаем готовить. Казанок разогрелся у нас. Масло немножко добавляем. Масло. Достал топленое еще масло. Ох. Так, ребят. Все, разрезаем. Размешаем масло. Рыбку, ребят, филе, вообще филе, одно филе. Так что его много готовить не надо. Сразу же бросаем. Знаешь, как он лучше готовить на костре? Ну, ничего страшного, ребят. Мы его дома приготовим. Обволакиваем сразу. Буквально, ребят, вообще немножечко раз. И вот, бросаем лук. Лук тоже полукольцами, ребят. Все быстро готовится, потому что рыба, она сольник, она вообще махом готовится. Берем соевый соус. Немножечко, да? Два. Ну, можно еще немножечко. Да. Вот так перешиваем хорошо. Ах, да. Еще раз говорю, ребята. А, еще, не еще раз, а вообще говорю. Да, это блюдо я сам придумал. Так что никакие там такие инструкции надо. Ждем, немножко сейчас обжарится, буквально минут 5, даже меньше, будет эти кушаны вообще. Ребят, ну что, так подошли, поставим перчик. Грибочки. И все мешаем, мешаем, и ждем. И до готовности потом яйцо добавить. Уже будет. А, смотри. Захищение. Что, китайское, это китайское. Пакетик хватит, ребят. Немного не надо. И все, жарим, пока весок не испарится, весок будет выгонять. А, вкуснятина, запах, ребят, красотища вообще, да, и запах, и выглядит красиво. Так, вот выглядит идея. Вот, ребяточки, вкуснятина еще получается. Сейчас, ребят, посолим еще. Адыгейский соль там с приправами, ребят. Кокольки будет, так что можно добавить. Так, чесночок. Чесночки бросаем. Все,
Яйца у меня домашние, ну, вообще любые, потому что я домашние покупаю. Раз. Кудрявые. Раз. Ну все, сейчас, ребят, яйцо побелеет, когда все поджарится. Под последнее зеленью закроем крышки. И как бы будем ждать. Ждать его время. А, ну что, красота. Ребят, ну что, все, вот так вот обжарили. Включаем газ. О, посмотри, какая красотень. Дайте, ребята, чтобы немножко не может быть хера снимать, то тогда скажешь. О, да, красотень. На, держи. Все, забрасываем зелень, ребят. Зелень забросим, минут опять закрываем и крышечка у нас, крышечка. Минут на 5-10, ребят, закрываем, чтобы томилось. Ребят, ну что, будем доставать ножки. О, красота, лепота. Вот такие же. Все, в самом жару, ух. Ребяточки, ребрышки достаем, видите, махонькие стали. Опачки, закрываем трубочку. Где наша мелочка, ножичек. А, попробуем, сейчас скажет Саша, не готово. Ребят, сейчас покладем, накладем, выгладим и включимся, ребят, за столом. Сел за стол, наливочка, ребят, домашняя наливочка. Серега, тебе спасибо огромное. Опачки. О, ой-ой-ой. Так вот. Ребят, ну что, ваше здоровье, смотрите, красота. Это еще не пробовал, сейчас попробуем. Жили-то, супа, баранин, но вкусная. Картошечка. Самое-то, что я хотел. Ой, о, Лёшки, приятного аппетита. Готовьте. Можете также приготовить. Может, по-другому, но тем не менее, вкусно. Приятного аппетита. Надеюсь, зачапканье. Все, подписываем на канал, пальцы вверху. Если понравилось видео, пишите комментарии, что можешь еще приготовить. Приготовлю. Пока-пока.